Да, у нас пока по нулевой счету там Get Ready to the Next Battle начинается. Ну что, Кинг будет против Брайана сейчас сражаться. Хаммерхед выбирает попадать с карты на рандоме. Хаммерхед, Final Fantasy карта Ноктиса. Хуёктиса, ой, извините, что-то вылетело. Так, серьезные, Ники чешет над бровную кость, разминается глаз вангаски. Итак, да, не пропускает застаки, все как полагается, у нас еще вот параллельно записывается. Ну что, начинается боище, начинается наш спейсинг. B1 от Брайана, тут же QCB3 немедленно прилетает спешл мидом. Кинг останавливает его, но все-таки Брайан оверхедом попадает по голове, доводит до стенки, начинает канцелить таунты, но инфекшн вырывается оттуда, попытка сделать лечь B1, не, успехом не увенчалась. Толчки от Кинга идут какие-то, DF1 на рейндже, стенка сзади опасна, она выходит все-таки в поле, начинает там биться. DF1 от Брайана как следует продайф-одинивает, но захват пробивает Кинг. Тут же захват ГС разрывается. Брайана толчок гарантированный, потом F2-1 не попадает. Одна тычка остается у инфекшена, что же будет сейчас, он уходит назад. Толчок, F2-1 после толчка в контрхит, рейдж-драйв у стенки. Медовая вариация, заводкой на стенку, захват у стены. Одна тычка у Мики остается. Инт, лоу от Мики добивает инфекшена все-таки в первом раунде. Вот это бой. Вау. Так, с DF1 начинает кинговский тут. Так, ой, B1 конфермится, какие-то канцелы идут, потом ногой, F2-1 гарантия, Мики уже на стене, по нему захват пробивает, просто седому по щам бьют. Дальше вариация, ой, бросает, просто не дает Суприкика срыгнуть, и DF1 просто его добивает, перфект, 1-1 становится по раунду. Ой, ебать. Так, ой-ой-ой, от Брайана VS3 там просвистел, просто куда-то пытался там степить кинговский, после на там F3 от Кинга, под захватом садится Мики, но пока по блоку все. По здоровью, в принципе, тоже одинаково. Нету третий. 45 секунд до конца боя. B2-1 от Кинга. F4. Потом сразу следом идет, приправляет. Но Мики вырывается. Все-таки оказывается не у стенки. И снова DF1 нетабильный Кинга. B1 плюс и опасный FF4. Пролетает VIP. И оверхедом засыпляет за стенку. Но стена не дает провести комбинацию. Инфекшн выживает. И все-таки армором Мики добивает его. 2-1 становится. Ух. Ой, оверхед. По вейвдэшу Кинг опасно. И на оверхед налетела Брайановский. Комбинация. До стенки не доводит. Инфекшн ловит в воздухе его после попытки сделать FF3. От Мики ловит в воздухе, валит его. 1+2 от Брайана. Попадает в цель оба раза. B2-1-3 в конце завешивает на стенку Кинга. Очень опасно, больно. Попытка была сделать таунт. Перри и D3 тихонько добивает Кинга там. Первый раунд. Сижу я. Задним из них, прямо между них. Так, Брайан с DB3 начинает, попадает хит. Толчок от Кинга и B2-1 как гарантия. F4 после этого. Ой, какая обоюдка. На B1 налетает здесь инфекшн. Конечно, комбинацию тут же ему пробивают. Доводят до стенки, но пол не сломлен. Лоу перри от инфекшна. И пошли в поле теперь уже здесь. Конечно же, пролом пола имеется захватом от Кинга. После этого доводка до стенки с F2-1. И попытка была стенку пробить не получается. Какие-то вейки тут сможет. Шимики все-таки удается встать. Заканцелил 1+2. Инфекшн, к сожалению, для него мог убить. Сейчас она в хит попала. Мики горит все красным. Ярость провифивает. Отбэкдэшивает просто B1 рейджовый. Инфекшн по здоровью все хорошо. 25 секунд до конца боя. И добивает все-таки тычкой. Добивает все-таки тычкой Мики. 1-0 по раунду становится. Хорошо выглядит здесь. Прилетает армором по лицу. Випает. И CB4 Мики налетает на контрхитового. Кинговскую лоу, которая в захват переделывается сразу. Ой, B1 все время свистит от кота. F2-1, тут никто не садится. Брайан тоже там DF1 нетабильно, но все в блок. Так, толчки какие-то. Опять DF1 от Брайана. F4 прилетает от Кинга. Так, ой, провифивает оверхед. Очень хорошо выглядит инфекшн в этом бою. Опять заканцливает 1+2 раньше времени. Есть ярость. У Мики будет ли она реализована? Нет, налетает на лечь B1. И, конечно же, стенка на стене добивает его. Инфекшн здесь 2-0 по раундам. Так, толчок. B1 от Брайана. Все, в блок прилетает. Ой, налетает на DF2-1. Конечно же, тут микрокомба. F1+2, да, заряженный в конце гарантии от кота. FF и Neutral 2 там прилетают по ногам, так сказать. Какие комбы Мики бьет в ответ, боже мой, умудряется как-то поднять его. Какие-то комбинации сумасшедшие, пробивает просто. Четверка прилетает, контрхит. Таунты канцелят постоянно. DF1 у стенки, есть ярость сейчас у инфекшена. Провифивает unblockable от Брайана. Никуда не попадает. Так, ярость потрачена, инфекшена. Подседает под захватом просто Мики под двойным. И отправляет его в воздух, что приносит ему раунд. 2-1 становится. Так, опасно так вейбдэшить. Здесь может быть оверхед. VS1 и там просто вообще невидимый VS1 от Брайана. Просто свистят, никак кот не наказывает. Ничего, вот и летят оверхеды снова опять. У4 брайновский. Так, захват ГСик разрывается, захват ГСик.
толчок в контрике топов, 2-1 гарантия, и уже у стенки Микки, сейчас его там будут разогревать, пытаются разогревать, никак не выходит, FF4 от Микки пытается отбиваться, но все равно все время остается у стенки, невыгодное положение, двойной захват от инфекшена, не успехом приносит, все разрывается, FB2 от Брайана прилетает, контрхит, и доводка до стенки, здесь уже, сейчас будет пробитие пола. Инфекшн пока ярости нет, вот ярость случилась, пробивает стенку по полной программе, 2000 остается, начинает Микки пытаться сделать канцелы и прочую разную хрень, и F2-1 прилетает в контрхит, 2-2 по раундам становится, опасно. Прис потянулся по джебикам, джебы постоянно от Брайана, 2-1 постоянно, 1-2 вечно мутиты, FFN2 от кота прилетело, хит, но не контрхит, к сожалению, для Инфекшна, F2-1. DF1 и там котовские всякие свистят, просто летят. Попытка была сделать оверхед, и кот его флоутит, но не была пробита стена, потому что кривовато все было там сейчас. Оба. Захват бросает соперника через себя. Делает две кегри просто от кота. Перекидывает какие-то сумасшедшие разводки, но ничего не получается. Все равно есть ярость сейчас у Микки, очень сильно его побили. Инфекшн практически полное здоровье. 27 секунд до конца боя. Используется ярость Микки, ни к чему она не приходит. Оверхеды издалека, оборонительный, плотит Кинга, который попытался на него налететь джебиком, доводит до стенки сейчас, а будет проломлен пол, да, не проламливается пол, ЦБ3, снова Б1, от кота, просто идет Брайан вперед, Б1-ит и налетает все-таки инфекшн на Б1 за 1 секунду до конца боя. Кинговский свою мускулатуру, так, пошло, так, снова слово начинает, Микки не попадает, ой, армором просто кота отправляет вдаль, попытка была сделать лещ, FF2 на оверхед налетает, но... Ни к чему не приносит, Микки не реализует эту комбу здесь. Потом они начинают нейтрально. ВС-3 просто в контрхит котяре. Комбат уже дропается, но здоровья очень мало уже. У кота есть ярость у него сейчас. QCB3 разбавляется. И эти лоу бесконечные просто как будто от Микки. Ими просто безостановочно может бить QCB3, D4. И первый раунд за ним. Двойной захват просто по седой репе коленом прилетает Брайан. Так, Брайан в ответ ему сразу DF1 там. Троечками там, ВС-3, но не в контрхит. Вот аккуратненько, лещ Б1, естественно, конфермится контрхитяра. Доводка до стенки, конечно же, захват, разрыв пола седой головой. Комба на стене, разводки с перепрыжкой от инфекшена. Захват уже тут с разбега, а делается с разбега ГС. Это вообще реально, и, конечно же, в стену Микки там он еще не выживает после такого. Просто жесть. Подождите, как это он сделал? Сумасшедший, какую-то хрень инфекшен сделал. Сделал ГС с разбега, короче. Опа, в контрхит прилетает нога, головой об пол, куда ты покатился, тут захват по лежачему, еще руку заломали Брайану, еще хоп-кик он хотел туда ставить, но Микки укатился все-таки, там не было контрхита на B1, все это конфекшн конфермит, теперь уже от Брайана B1 лещ, FF4 прилетает, гарантированно QCB4, QCF3, все в хит прилетает, уже ярость там горит, и просто армором в конце убивают уже инфекшена, там все залетело, как будто блока не было, ничего не угадал, 2-1 по раундам становится. Так, что же сейчас будет? Ой, CB3 от Брайана. Да еще одна вдобавок идет. Боже мой, лещ от кота. Контрхитовый останавливает третью CB3. Конечно же, поплатился за свою дерзость. Микки здесь за джаглом по полной программе с разрывом пола. Перепрыжка опять снова. Сумасшедший просто кроссапы от инфекшн. Он перепрыгивает ему за спину. Проломает еще один пол тушей Брайана. Двойной захват. F2-1. Но стенка далеко. Остается буквально 2000 у Микки. Но инфекшн просто делает грязную подсечку и добивает таким образом Брайана. 2-2 по раундам становится. На нижнем уровне они оказались тем временем. Микрофлоуты. 3 плюс 4 со спины от Кинга. Анблокабельная хрень. Накрывает своего соперника. Слышал медами машет. Брайан идет просто вперед. Хреначит. FF4, QCB3. Все залетает в хит. Здоровья очень мало инфекшна. Он отбивается. Ярости пока нет. DF2-1 не в хит. Брайан снова делает 2-1. Толчок гарантированный. F2-1 гарантия. Захват на стенке от Кинга. Есть ярость у Брайана сейчас. Накрывает его сверху инфекшн. 2000 буквально остается у Микки. Что же себе? QCB4 не попадает. QCB3. Лоу перри от инфекшна в конце. И забирает таким образом он бой. Буквально на 1 хп остается здоровье у него. Тело Брайан шпалу притащил. Что? Начинается. В этот раз джеба Брайан начинает. Кот пытается толкать его, не в контрхит. Брайан B1 отбивается тут же. F2-1. Под первый попадает блок, второй прилетает в хит. И, конечно же, дэмэдж уже гарантированный. F1 плюс 2 там. У F, точнее, 1 плюс 2 от кота. Останавливает ГСом Брайана, который пытался там ерепениться что-то, но не получается. ГС разрывается моментально. 20 секунд уже прошло, по здоровью по половине у каждого нет. Понахреначили друг друга пацаны уже здесь. Брайан у стены, его пытается Кинг куда к стене присобачить, но никак у него не получается. Брайан в поле выводит их. 30 секунд до конца боя, пока ковыряются ребятки, вот потихоньку джебиками что-то. Ой, налетает на 3 плюс 4 Брайана, это контрхитовая мудота, огромное количество дэмэджа, какие-то сумасшедшие задротные комбы делают Микки, одна тычка остается, это инфекшн, она уже нанесена. И Брайан забирает первый бой, первый раунд.
Так, теперь слово начинает. Вот там VS1, ну, конфирмится все, что не было хита, не продолжает он. Брайан арморами хреначит просто на пол экрана. Ну, никуда не попадает пока. Проходит 10 секунд, уже FF4, контрхитовая, прилетает к коту прямо в ухо, в его пушистое, доводит до стенки, нет, не доводит, возле стенки падает инфекшн, QCB3 разбавляется от стенки, сразу же DF1 и туда, попытка сделать спешл мид, и просто оверхедом за этот спешл мид накрывает инфекшна 2-0, по раундам становится страшная музыка начинается играть, инфекшн ловит просто оверхедного Брайана, плотит его, доводит до стенки, делает какие-то разводки сумасшедшие, там Брайан стоит QCB3, просто делает пофиг, ему отцепливает ГС, продолжает дальше атаковать, страшно, опасно, DF1 и сумасшедший, DF1 это просто как боженька, но все в блок, инфекшн закрывает себе DF1 и попытка на B3 насадить, катань тоже ни к чему не уходит, машет четверками, и вот на B1 налетает Брайан, его к стене туда, попытка сделать захват по лежачему, разрывается захват, арморами срет, безостановочный Микки, налетает на PC F3, но обоюдка при этом была, но все равно обоюдка в стороне Микки, он успевает пробить комбинацию, у инфекшна нет третье здоровье, у Микки примерно половина, ой, уже ярость включается после того, как Микки пробил ему пару DF1, у инфекшна есть ярость, сейчас 18 секунд до конца боя, используется Rage Drive, и в плюс просто пробивается какая-то хрень, которая завешивает Микки на стену, таким образом инфекшн собирает первый раунд в этом бою. 2-1 становится. Так, Брайан все время B3 пытается, 3 плюс 4 начинает атаковать на рейнджа QCB3, это просто его любимый удар, он постоянно попадает в цель. DF1, блок, какие-то джебы, все это попадает коту по лицу, у него нет четверти здоровья сейчас. Так, троечка, ой-ой-ой, господи, налетает на оверхед. Это будет доводка сейчас, да, доводка имеется, до стенки, пробивается стена, попытается сделать таунт, инфекшн уходит куда-то в сторону, его постоянно бьют лоу, контрхитовая залетает, тройка, вылетает со спрейкинком код, рейдж драйв попадает в цель. Пробивают Брайана, перепрыжки снова кроссапы от инфекшн. Что он вытворяет? Это просто с ума сойти. Захватом добивает, одна тычка остается у обоих. Что же сейчас? Лоу закрывается, не попадает Брайан, не смог наказать лоу от кота. И 2-2 становится по раундам. Инфекшн затащил сумасшедший просто бой. Попытка сделать апперкот сразу же не получается. Брайан перебивает, попытка сделать оверхед тоже ни к чему не пришла. Ребята начинают в спейсинге играть, 50 секунд до конца боя, господи боже, инфекшн начинает давлеть, идет вперед, стена сзади у Брайана, B1, и вот уже у инфекшна половины здоровья нет, B1 попала в цель, еще одна точка, микрофлот от кота, комба дропается, захватом просто крашит армор сейчас Микки, но Микки разрывает этот чейн, троу, пытается снова сделать армор, все прилетает блок, лоу разбавляет все время, ГС разрывает тоже, никак не захватить просто его вообще, он все угадывает, с ума сойти, армор прилетает в лицо. QCB4 не попадает. Правый захват разрывает Микки тоже. DF1 и B1 попадает по голове коту. 2-3-2 по раундам в этом бою. И 3-1 по боям в целом становится. Итак, начинается бой. Ищем Брайан джебиком там, ну, в никуда. О, FFN2 от кота прилетает контрхит. Гарантированный дэмэдж еще в виде захвата QCB3. И полетает хит просто, но не в контрхит. И у Брайана уже нет половины здоровья. Брайан пытается сделать DF1, но из-за того, что он постоянно классит DF1, ГС автоматически разрывается. И у кота не получается сделать ГС здесь. Когда он делает двойной захват, просто перебрасывает его, а пол бьет, ломается пол, пробивается комба, дропается что-то у инфекшена, и он пробивает 2D3 плюс 4, в конце двоечка попадает в цель. 1-0 по раундам становится. Так, ой, опять FFN2, от кота в контрхит прилетает снова, DF2-1, все тоже попадает по щам, Брайан обильно DF1, но все в блок, не получается, снова обильно DF1, никак, и B3 туда добавляет сайдстепом, но инфекшн все блочит, попытка была сделать хоп-кик, но не получается, DF2-3, наказывается, конечно же, котом DF2-3 Брайановска, ой, FF2, больно коту, B1, пошел прессинг, сзади стена, здоровья маловато, ну, Брайан еще меньше налетает, но оверхед опять, пролом пола, конечно же, криво упали вниз, Микки не получается вылечить с этой ситуации достаточное количество дэмэджа, но налетает после этого инфекшн на VS3 Брайана, да, нестандартная немножко ситуация там произошла, QCB3, очень вкусно. FFN2, но не в КХ, и сразу оттуда после FFN2 выстреливает в SM3 Микки. Захват, разрывается захват на полу, просто потом вообще все захваты Микки рвет, с ума сойти. Так, у стенки оказывается сзади Микки стена, инфекшн ждет его в поле, все-таки не прессит там у стенки, постоянный там U4 от Брайана, налетает на F2, но в блок. Захват двойной, не разрывается, двойные захваты не рвет, надо пользоваться этим сейчас. B1 от Микки, рейдж-драйвовый, не попадает в цель, U4 промахивается. Какие-то лоу-таки. Снова QCB3. Две тычки буквально у Микки остается. Инфекшн пытается что сделать, но нет. Его флотит Микки. Будет доводка до стенки. Да, доводит до стенки. Ломается стена, ломается пол котом. Если бы не эта карта, то... Да, и добивает, просто добивает с этого флота. Господи, 15... за 15 секунд до конца боя. Матчпоинт для Микки становится сейчас.
PS3, блок U4, VIF, захват от кота двойной, пропадает в цель. Эх, выходим плюс 2 потом, нет, Микки все время коленом, B3 пытается проверить. Наказывает сейчас инфекшеново, B2-1 наказывает просто за все VIF, очень четко, и уже здоровья очень мало Микки становится, там включает шлюха стрелки CB3, B2-1 за DF2-1. И опять. Флотит снова, флотит инфекшн, инфекшн пытался спрыгнуть, под яростью флотит Микки его, доводит до стенки, под яростью начинает там мочить его просто. Столько урона уже нанесено, ПЦБ3, Б1 попадает в блок, Б3 в контрхит, одна тычка буквально остается, вылетает просто со спринт-киком кот, но Брайан его просто добивает Д4 и становится 4-1 по боям, да, побеждает божесточеннейшие биты Микки. Ну вот такие, такая вот, дорогие друзья, такая вот игра Infection убивает. Завтра на стенке мы видим Микки и Хигема уже на основном стриме, который вы можете увидеть. Все, у меня, блядь, блин, голова, мы вчера нажрались, как твари, я пошел пить воду и ссать. Всем спасибо.